Всем привет! Ну а сегодня у нас небольшая череда вопросов и ответов от разработчика, который вышел к нам на онлайн-связь и, конечно же, развеял большинство вопросов, которые мучают вас уже давно. Ну что ж, давайте вместе послушаем. Ну и, конечно, видео от вас заслужило лайка. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Конечно же, давайте с самого главного вопроса. Представьтесь немного и расскажите о себе. Приветствую, меня зовут Константин, и я являюсь менеджером данного проекта. Ну, как сказать, у нас проектов очень много, и мы поэтому их все собрали в одну кучу, и вот над этой кучей всех проектов меня поставили главным. И я здесь, наверное, за все отвечаю. Ну и давайте не будем сильно углубляться, давайте к следующему вопросу. Скажите немного о предстоящей акции, которая будет у нас 22 числа. Как вы понимаете, 11 лет игре – это очень большой срок. Не каждая игра браузерная столько выдерживает. Для этой игры это рекорд. Да, нашему проекту уже 11 лет. Буквально вот несколько дней и будет день рождения игры. Если вы ждете что-то новое, я вас разочарую. Ничего нового вы не увидите. Будет также у нас турнирный марафон, где будут участвовать топовые игроки, и никому шансов они просто не дадут. Слава богу, что теперь мы ввели на Новый год тарелку, и как бы наш баг с использованием поглощения урона теперь не работает. И из-за этого бои перестали затягиваться в бесконечность. Но это не мешает топовым игрокам, которые сейчас есть, все равно копить конфеты, потому что более слабых все равно они поубивают. Ну а из акции у нас будут, конечно же, игры разума, которые сейчас много кто ждет на низких уровнях. Далее модули будут обязательно, потому что музмехи являются, конечно же, самой главной движущей частью этой игры. Ну и какого-нибудь питомца обязательно поставим. Я думаю, что поставим какого-нибудь робокота, чтобы было похоже точно на 2021 год. Чтобы все было как положено. Ну а я хотел бы еще сказать, что те, кто ждут зомби, конечно же, он будет во всех подарках. Во всех подарках будет зомби. Ждите. Обязательно все сделаем. Многие игроки еще года два назад интересовались, а на Best of the Best можно было сделать другую какую-нибудь акцию и, конечно же, на эту акцию сделать призы в виде кубков. Хотели бы очень игроки об этом услышать. К этой акции многие игроки готовятся, начиная с Нового года. И, конечно же, изменения какие-то нам просто невыгодны. Вы не представляете, какое количество денег вкидывается именно в эту акцию. За вот этими небольшими кубками, которые как бы, ну, ничего такого существенного не дают. Но это не мешает, конечно же, топовым игрокам вкидывать до 600 тысяч рублей только за один сентябрь месяц. Мы ждем, что и в этот же месяц будет такая же выручка. Ведь онлайн у нас не просел. Скажите, есть раздел форума, называется «Обращение к администрации» или «Вопросы к администрации». Там очень много интересных тем, и к ним часто возвращаются игроки. Скажите, пожалуйста, что-нибудь планируется в дальнейшем делать или нет? А зачем ломать то, что и так работает? Ну, это же хорошо работает. Введение новых механик – это найм на рабочих. Это затраты денежные. Если все и так идет хорошо, зачем что-то выдумывать? И причем, как вы понимаете, игра у нас еще сделана на флеше. Где вы сейчас, спустя 11 лет, найдете хороших программистов на флеш? А переписывать игру на какой-нибудь движок в виде HTML5 никто не хочет. Поэтому, простите, пока игроки заносят деньги, игра еще будет в онлайне. Как только деньги перестанут идти, игра закончится. Сразу же. Будет, скорее всего, акция по раздаче, будут розданы троны, марки всем желающим за копейки. И, конечно же, будет закрытие проекта.
Ну, давайте еще раз к форуму вернемся. Я, конечно, понимаю, что проект это чисто денежная вариация, но если вы введете новых музмехов, конечно же, в дальнейшем это больше денег принесет, так как люди начнут выкачивать. Конечно же, более вариаций на полигоне, больше затрат будет. Ну, и игрокам и намного интересней. Почему же вас эти темы на форуме не рассматриваются как финансовый инструмент? Как я уже и говорил, никаких тем с форумов не рассматривается. Форум умер в 2020 году, когда Flash ушел из всех браузеров. Не имеет никакого смысла разрабатывать мертвый проект. Еще раз говорю, пока он приносит деньги, он будет в онлайне. Если все донаты вместе соберутся и перестанут донатить, игра просто закроется. Поэтому сейчас баланс, какой он есть, он такой и останется. Привыкайте уже к этому, что игра просто играется в таком виде, в каком есть. Подождите. По последнему ответу я так понял, что проект развиваться в дальнейшем не будет совершенно. То есть в таком виде, в каком он есть, он такой и останется. Вы планируете хотя бы ввести какие-то более масштабные обновления, новые экспедиции там? Ну, чтобы было интереснее игрокам. Ну, у нас планируется введение новых питомцев, мы их вводим 2 раза в год. Вы получаете нового питомца, вы его качаете. Плюс дополнительно все старые питомцы у нас по ходу дела апгрейдятся. Дальше не забывайте, мы всегда вводим новую машину. Машина очень хорошая, она всегда у нас идет на Новый год. Хочете сказать, что это не развитие проекта? Представьте, сколько времени уходит, чтобы нарисовать данного питомца на флеше. Тем более, как я уже говорил, нету программистов, которые красиво все это оформят. Это закончилось 11 лет назад, когда было действительно очень просто это сделать. Сейчас никому это не нужно. Ну а по поводу новых экспедиций, ну что я могу вам сказать, не дождетесь, наверное. Ну да, я понял, что проект не хотите развивать, я уже понял, что финансово это просто невыгодно. Ну давайте обратимся к тем же самым блогерам, которые, ну вот, ведут на Ютубе, там, на Дзене, да, ведут видосики ВКонтакте, играют, стримы ведут, по игрушке, по этой, вот как-то их можно поддерживать, нет, чтобы хотя бы была какая-то реклама для проекта. Даже в таком виде проект играбельный, но его же надо как-то дальше развивать, какую-то рекламу вести, как это вот планируется сделать? Ну, на блогеров, которые ведут данный проект, ну что можно сказать, я им сочувствую, по-другому никак, как можно вести мертвый проект и делать по нему видео, вы просто делаете бесплатную рекламу для данного проекта, ну спасибо вам большое, если вы считаете, что как бы чем-то проект вам должен, или что-то должен он вам помогать? Нет, ничего мы вам не должны. Это ваш личный выбор. Хотите, стримьте эту игру. Хотите, играйтесь в эту игру. Не хотите, не играйтесь. Ну а бесплатная реклама за счет вашей игры нам приносит новых игроков. Это всегда так было. Ну если вам не выгодно это, еще раз говорю, не играйте в эту игру, и все. Все просто. Ну а если дело совсем будет плохо, возможно, мы свяжемся с блогерами, конечно же, и вернем какую-то часть игроков. Но пока у нас все нормально. У нас хорошо, онлайн стабильный, хоть и немного стагнирует. Да, игроков новых мало, но старые игроки еще донатят. Скажите, хотелось бы какое-нибудь напутственное, наверное, слово. Я не буду вас сильно задерживать, так как вы все-таки занятый человек. У вас, как я и говорю, много проектов, ну, я так понял. И наш музвар все-таки для вас больше финансовая часть, чем игровая. Ну и какое-нибудь напутствие, наверное, для наших игроков, чтобы было не обидно, ну и хорошее окончание данного интервью. Ну, а игрокам, конечно, бы хотел сказать, играйте, раз вам это нравится. Но мы будем делать такие условия, что без доната вы не сможете играть. Через некоторое время вас будет очень сильно напрягать, что те игроки, которые хотя бы кидают парочку сотен рублей, будет сильнее
чем вы. Не думайте, что все вам будет доставаться просто и бесплатно за счет игрового процесса. Не забывайте, игра, любая игра, это деньги. Деньги – это игроки. Но, а если вы играете и не приносите денег, тогда вы плохой игрок. Можете и дальше и не играть. Всем счастливо, жду ваших бабок. Деньги, 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 деньги.